Он смог это сделать, я рад за него. Напишите все сердечки, хуй знает. What? У меня из-за этого еще и руки трясутся. Ай, все, смотри. В месяц у нас миллион уникальных игроков на Сайбершоке. Кто-то из них казуал, кто-то проигрок, а кто-то стример. И уже последние 5 лет моей традицией было заходить на Twitch и смотреть, кто у нас играет. Смотреть, как они реагируют на наши обновления, кто как проходит карты, пользуется сайтом и так далее. Мне просто это стало интересно, и я это делаю на постоянной основе. Так вот, я решил совместить донаты стримерам и донаты тем людям, которые поддерживают наш проект и выбирают играть у нас. Поэтому сегодня я делаю первый выпуск, где я доначу людям, которые играют у нас на проекте. Если они выполняют мой челлендж, я им доначу 50 тысяч рублей. Если у них не получается, то 10 тысяч. Я надеюсь, вам понравится этот выпуск. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк. Я тебе желаю приятного просмотра и давай начинать. Ну что, погнали. Сейчас мы приступим к просмотру Твича. Я буду расстроен, если ни одного стримера прямо сейчас нет. О, Сайбершок. Да! Так, let's go. Контру играть. Донат линк. Ну, у него нормальные донаты там даже были. 80 тысяч рублей, это кто такой? Ну, да. 1500 фолловеров и столько зарабатывает? Он сейчас на фейсе тебя, слышь. Шок, спасибо. Шок? А? Спроси за додж, да, спроси за додж, спасибо. Ты можешь за додж, Серу, зачем? Челлендж. Я себе, спасибо за додж, шок. Челлендж? На Сайбершоке. Все, я додж игру, короче. Мне так открыто. Вот так мы конкурируем с Фейстом. Мы будем донатить каждому, что мы доджили игру. Давай я сделаю ультракилл, может быть. Звук ультракилла. Сколько это? В течение 10 минут. Это мало как будто, не? Как будто это легко. Unstoppable, давай. Если выполнишь, доначу еще 40 тысяч рублей. Подожди, а ты в курсе, что он задолжил игру? И я могу ничего не донатить ему больше. Да, да. Ладно, это был пранк. Чел делает, видимо, сколько стримеров за деньги, за дочеру. Да, да, да. Ну, блядь, задолжить игру за 10 тысяч рублей, ну, блядь, это какой-то тупой челлендж, на самом деле. Это был пранк. Я знаю, Шок, я знаю, что это был пранк. Все, сейчас во время этих слов приходит донат, смотрите. Раз, два, я, короче, три. Берегу Элла, как это, синица ока, но... Здесь минут, да, у него есть? Здесь 10 минут. Unstoppable до 15 килов. Все, доминейтинг наш пошел. Пятый килл это вроде сейчас будет... Пятый килл, мне интересно, какой звук. Да, вот я не помню последовательность. Рампейдж уже. Но он 300 элла, бро, ему не так сложно это. Монстр килл. И... Окей, вылезти, да, ну вроде бы, да. Аааа! Слушай, блядь. Кто это? Рампейдж. Так, еще 2 килла и он выиграл. И... Десятый, что звук? Ультракилл. Там еще несколько звуков, только я вот подряд... Все, все. После этого. Holy shit! God like! Годлайк. Ёбаный ротик, нахуй. Он смог это сделать, я рад за него. Парень заработал 50 тысяч рублей только что, потому что он просто играл на Сайбершоке. На ДМе. Просто играл. Ошалеть, блять. Блять, у меня сердце нахуй unstoppable в данный момент времени, блять. Охуеть, Шок. Спасибо, конечно, за челлендж. Челлендж был очень крутой. Спасибо тебе огромное. Спасибо за сервера, за все. Спасибо, короче. Не, ну реально, Шок, спасибо. Напишите все сердечки, хуй знает. Напишите сердечки, блять, алло. Сервер нормально уже ебался. Нормальные сервера, Русь. Я тут играю, блять, ну не знаю, поскольку я тут играю. Ну типа, в день по часа 3 минимум я провожу тут. Берите пример. Мы записали еще один эксклюзивный ролик, где отправили стримерши челлендж. Мы играем на дуэлях, и за каждый выигранный раунд она получает 1000 рублей. Но этот ролик выйдет только в моем телеграм-канале. Поэтому переходи по ссылочке в описании, и я там напишу, когда этот ролик выйдет. О, Сайбершок, есть! Йоу, let's go! Зайди на сайт на стриме. И выбери любой режим, кроме ДМ. И я тебе дам челлендж на большую сумму денег. И... Да, давай бэхоп тогда. Бэхоп. Карты. Пусть он пройдет эту карту, бэхоп дом, за минут 0.9. За среднее. Лучше, чем среднее время. Средняя минута, а он умеет бэхопить. Как будто дать ему надо секунд 40. Давай 40 секунд. Ой, с трех попыток надо сделать 40 секунд. Все, сейчас реакция будет. Кто вообще, бля? Ты хоть бабки зарабатываешь? Вот это да, крутая тема была. Челлендж такой. А мне интересно. А почему у него реакции нет? Подчеркивание дом быстрее. Но я не пройду за ее.
А ты пройдёшь, братан, если чё. Десятку уже заработал, поэтому... Три попытки? Бля, да я сейчас буду волноваться. Я не знаю карту. Можно карту посмотреть, кому? Пускай можешь побегать. Пролётом можно. Проходить карту, которую ты не знаешь, это сложно. Ну да, есть такое, есть. Да ты сделаешь её, братан, ты чё? Пошла попытка первая? Всё, первая пошла. Пошла, да. Но она выглядит как изи. Вроде бы нет каких-то, типа, серьёзных, блядь, рисков и так далее. Минусов попытка, окей. Слушай, я не хочу ее зачитывать как попытку. Да, гони будем. Но он неуверенно сейчас проходит, я не знаю. А, вот смотри, он прошел уже мимо. Это умно. Еще 10 секунд, и все, я зачитываю как попытку. Нормально прыгать, подожди. Да, слушай. Ай! Ну у него задание было чисто на стрибу, поэтому да. Подожди, он прошел, по идее, смотри. Бля. Я не знаю. Не, кого-то он может пройти. Если он не зафакапит сейчас два раза подряд, он выиграл деньги. О-о-о, еще 3 секунды. Все, вторая попытка идет. Слушай, как будто прошел. Да, прошел. Хорош. Сколько? 39-51! 39-51! Кто вообще, блядь? Ты хоть бабки зарабатываешь или ты просто пиздец? Спасибо. Да, что зло. Играешь на сайте? Да, реально? Это шерик. Это пиздец, брат. Ну, 39-50 это легендарно. Единственное, о чем я жалею, это то, что мы дали слишком легкое задание. Но мне очень понравилось, как он выполнил его. Понимаешь, у него оставалось полсекунды. Да. О, надеюсь, это у нас. Если это европейцы, вообще кайф. Но походу это мы. Ну, похоже. О, это Энс. Кто-то из Энс. Кто это? Контент-креатор. Да, Сайбершок точно. Ладно, давай я сотку кидаю, говорю, если пройдешь за 10 минут, то на 400 долларов. Ой, да на 400 долларов. Это самое идеальное будет. Три попытки, да. Ну, без реально, да. Смотри, он почти... Он сейчас пройдет ее. Это вообще не надо... Да, он бы прошел бы. 53 секунды. Давай 50, давай мое время, 51. Ладно, давай 50, давай 50 секунд. Все, пошло, 100 долларов улетело. Да его лицо, да его лицо. What? It's okay, guys, shut the fuck up, I'm doing this. Все, смотри, он заряжается. Он да, он все, он поплыл. Поплыли. Так, раз. Да, он, кстати. No pressure at all. No pressure at all. Have you initial? Да, так он нормально летит. To be honest, I'm happy if I can even complete the map. Да, он сгорит, типа. Ох, если я даже просто приду, ее будет норм. 56, смотри, ровно. Ровно 56. Пошел, да? Не. Нужно 50, нужно 50. If I can make it to the goal in every attempt, I'm happy. I'm happy. Can you see my hands shaking? No. У него то же самое, 56 будет. I would never do that. No. Вторая попытка. No way. My speed is so slow. I'm so slow. No. Ох. Yeah. Ante. Thank you for the challenge. And let's be real here for a second. Thank you so much for 100 euros. And it was content to try that, but sadly I'm too bad at surfing. Thank you. Так. О, Мелс, ап. Смотри, с камеры, наконец-то. Это наш герой, это наш персонаж. Привет. Спасибо за подписку. Можешь уделить мне время, уделяю, да, что такое. Зайди на сайт, на Сайбершок, сайт на стриме. И выбери любой режим, кроме сюрф, всех ДМ и бхоп. Охуеть, что? Давай, не знаю, может, горе тейк. О, ретейк это хорошо. Ты должен сделать 10 фрагов. Давай без головы, просто 10 фрагов с дигла за 10 раунд. В голову лучше, да? Как будто в голову. Не, в голову сочнее, да, конечно. Главный это... игрок просто, это вообще. Да. Опа, вот и залетел, кстати, донатик. 10 фрагов с дигла за 10 раундов. Ебнуться, спасибо большое. Все, раунд первый пошел, брат. Все, давайте, погнали, let's go! Ты же понимаешь, что в целом это возможно, но из-за волнения шансы уменьшаются. Блять, анлак. Ну, это мне получается нужно уже за 9 раундов 10 фрагов с дигла сделать. Сука, у меня из-за этого еще и руки трясутся, блять. А, все, смотри. О, первый. Да. Гол убил? Да. Блять. Пистолетный раунд. Вот сейчас идеальный шанс. Блять, это они...
Давай, экзит. Блять, в тело. А, ёб рот. Вон ему не мучил, пишет, надо ХС. Блять, я не могу, клянусь, концентрироваться. Да, ему надо ухаживать занимать. Ой, блять, он так двинулся неправильно. 6 раундов осталось, и надо 9 килов. Это по 3 кила в каждом раунде, или что? Ну, он проиграл уже, да, да, он уже проиграл. Больше упростим ему условия, без головы просто убивать. Упрощаю условия. Это, я говорю, осталось 8 килов. 7 килов осталось. Да, блядь, именно первый выходит, вырубает, у меня не играет, и просто с этой, с дверей. Так, как он убил? Два фрага? О! Хороший шот, на кураже. Но. Смотри, это лучший, это лучший шанс, больше не будет лучшего шанса. Блядь, он пушит, это боже, был лучший нормальный шанс, брат. Ну, блядь. Один раунд, да, вот последний? Ну, получается, да. Блять, какой он ловит шот, брат. Боже, как ладно, это, блядь, работает? Спасибо, что играешь на Сайбершоке. Ну, блять, сори, нахуй, я бездарь, это пиздец, это крайний раунд. Но мы дали ему чуть сложнее, чем обычно, да, задание? Но, но он даже не сделал 7 фрагов, то есть он сделал половину. Мы ему еще упростили, то есть у него вообще не пошла стрельба. Даже если мы ему дали бы 5 киллов с гигла, он бы не сделал, а 5 киллов за 10 раундов это очень легко. Так что я считаю то, что да, задание может быть чуть сложнее, чем другие, но у него не было даже возможности это выполнить никак. Он сам выбрал режим, это не забыл, и карту. 11 человек на проекте играет. Никельбэк, Спидак, Имор, Кито, Норберт, Хантер, Звейх, Нота, Рекрент, Квикантик. Ребята, 11 сейчас известных людей у нас на проекте. Если вы хотите также, вы можете купить премиум подписку за 275 рублей в месяц при покупке на год. И вы сможете играть со скинами. Вы можете смотреть, где играют прямо сейчас про игроки, к ним присоединяться. Дроп скинов. У вас есть возможность выполнять миссии. И за это получать токены, которые можно потратить на кейсы. О, Кито! Про игрок Кито! Только что, смотри! Да. Так, let's go! Доната у него нет, но это про игроки. Он фейсит начал, unlucky. Блин, мы не успели. Ладно, ладно, в следующий раз. Ну, ребят, это было круто, смотрите, про игрок прямо на стриме у нас играет. Здорово, это очень приятно. Играю кс-очку и умираю на паблике. Наш паблик? Да! Let's go! Второй монитор. Сейчас тебе второй. Мы сейчас тебе третий монитор сделаем. Слушай, на АВП Лего нечего придумывать, на самом деле. Просто пусть сделает 10 ноускопов за 10 раундов, и этого будет достаточно. И знаешь, у меня есть страх, что он не поставил донаты на экран, чат не читает, и я просто сейчас проиграю деньги и время. Давай сотку им отправим, чекни чат на Твиче. О, давай. Есть чат, есть донат. Да-да-да, ага. Чё? Ха-ха, чё за челлендж? 100 рублей? Спасибо огромное за 100 рублей! Что сейчас будет? Что сейчас будет? Спасибо большое! Короче, если что, я ему за попытку дам не 10 тысяч рублей, а 15 сразу. 16, чтобы он купил, чтобы он купил моник, да. Если ты сделаешь 7 ноускопов за 10 раундов. Готовьтесь, готовьтесь. Тише, сделайте наушник. Что? У него... Что? 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 Мне 16 тысяч кинули! Так, 7 ноускопов за 10 раундов. Сейчас. Я постараюсь. Все, первый раунд, да, сейчас? Ну, получается, за 10 раундов. Первый? Раз. Не так плохо, кстати, стреляет. Ай, перезарядка. Второй сейчас будет, смотри. Ай-яй! Давай, чувак, не спеши. Молодец. 2-2 уже. Да! 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 Он очень хорош. Давай. Это очень давай близко. Давай! 4 кила с ноускопа! 4 кила с ноускопа! Чувак, это самые заслуженные 50 тысяч рублей, которые я видел. Короче, я ему уже готовлю донат, братик. Ну попадай! Все, все. Один килл мне остался с ноускопом. Какой один? Два? Он сейчас килл сел? Нет! Да, нет, вот у меня 6. А, все, да. Один фраг. Я уже готов нажимать на эту кнопку. Оплатить. Давай. Нет, ну что? Это да, чувак. Нет, блядь. Ну нет, ну что это? Ну как? Ну, ладно.
ладно, это очень обидно, но еще ладно. Один. как он хорошо признает поражение, очень смотри. Обидно. Ладно, игра закончилась. Эй, все, короче. Все, я ему отправил. Ой, как ничего, он заслужит, ребят. Да, заслужит. Покажите мне хоть одного человека, который мне сейчас скажет, что это не заслужен. Он сейчас кричать будет, кстати. Донат? Что? Нет! О, спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо! А что мне маме сказать? Скажи, что бородатый мужик тебе дал 50 тысяч рублей. Включать стрим, да? Я не знаю, я сейчас сыграть нормально не смогу. Да, как спасибо тебе большое, брат. Слышь, как голос дрожит уже. Спасибо большое, да. Я буду ждать, я на тебя подписан. Слушай, мне очень понравилось. Да, все хорошо получилось. Анонсирую. 1 октября с 16:00 до 20:00 я буду еще раз на Твиче смотреть, кто играет на Собершоке. И мы повторим эту же историю. Новые челленджи. Если вы ждете этот выпуск, то, пожалуйста, поставьте лайк и давайте наберем 25 тысяч. Я думаю, рубрика заслуживает такого. Напоминаю, что в моем телеграм-канале будет ссылочка на эксклюзивный дополнительный контент к этому ролику. Подпишись на мой телеграм, чтобы не пропустить этот ролик. До следующего ролика. Пока.